Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про породы собак, идеально подходящих для пожилых людей. Высокий интеллект, нетребовательность в плане физических нагрузок и хорошо развитые черты собаки-компаньона – все это присуще представителям пород лающих, которые идеально подходят пожилым людям. Как правило, эти животные обладают небольшими размерами, покладистым характером и испытывают невероятную преданность по отношению к своему хозяину. Итак, представляем вам 5 лучших пород собак для пожилых людей. Доброжелательные мальтийские болонки – идеальные компаньоны. Они послушно, легко дрессируются, подходят для содержания в небольшой городской квартире. Эти собаки отличаются крепким здоровьем и имеют хорошую продолжительность жизни. В среднем представители породы живут 12-15 лет. Особого ухода у этих собак требует только шерсть. Ее нужно ежедневно расчесывать во избежание образования колтунов. Умные пудели хорошо чувствуют настроение хозяина и умеют подстраиваться под него. Эти собаки дружелюбны, неагрессивны и отлично поддаются дрессировке. Внутри породы существует несколько разновидностей, которые отличаются друг от друга своими размерами. Таким образом, можно выбрать питомца, идеально подходящего по весу и росту. Небольшие континентальные тойс-спаниели – преданные спутники своих хозяев. Эти собаки очень общительны, жизнерадостные и умные. Любят учить разные команды. Представители породы обожают находиться в центре внимания и всегда рады проявлениям нежности со стороны хозяина. Также важно отметить, что континентальные тойс-спаниели имеют спокойный характер и отличаются терпеливостью. Уравновешенные японские хины умеют расположить к себе. Они общительны, но ненавязчивы, крайне редко лают и умеют приспосабливаться к образу жизни своего владельца. Этим собакам важно получать достаточное внимание со стороны хозяина. В противном случае представители породы могут впасть в депрессию. Самые маленькие собаки в мире идеально подходят для пожилых людей. Они могут обходиться без ежедневных прогулок, если дома им соорудить специальный лоток, умеют подстраиваться под настроение хозяина, отличаются послушанием и высоким интеллектом. Кроме этого, представители породы обладают крепким здоровьем. Средняя продолжительность их жизни составляет от 12 до 15 лет. Перечисленные породы отлично подходят пожилым людям. Они не нуждаются в серьезных физических нагрузках, отличаются преданностью и послушанием, обладают высоким интеллектом и уравновешенным характером. Все названные собаки считаются хорошими компаньонами. О других интересных фактах из мира домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!